Ребятушки, сегодня будем играть Goat Simulator. Новая обнова здесь. Я, конечно, за кадром уже много козлов открыл. Вот здесь всех 12. Дальше здесь 7 из 8. Вот этого не открыл. Дальше тут у нас 5 из 5. 3 из 18. 9 из 18. 0 из 16, 1 из 12, то есть вот этот оригинальный, и 0 из 3 вот этих прикольных. У нас через 4 дня начнется охота, ну что ж, погнали веселиться, громить все подряд. Самый крутой козел, как мне кажется, который я получил, все понятно, из-за того, что я отключу интернет, меня не пускают. Ой. О, мировой переворот. Так, ну что, меня пустят? Как вы считаете? О. Это на время нам карту дали, новогодние. Бумс. Ну что ж, давайте затестим моего крутого козлика. А именно козел на колесах. Смотрите, на что этот парень способен. Мы остановили время, делаем вот так и пиу. И все, тетка улетела вообще никуда. Привет. Примерно вот такой кадр можно сделать. И все, они улетели в стратосферу. Чё стоишь, скучаешь? Давай я тебе помогу не скучать. Как жизнь, братан? Все понятно. Ладно, с этим мы еще можем долго играться. Погнали выполнять квесты. В дальнейшем я еще буду показывать, как козлов открывать. Так, вам нужно, значит, отполировать эту курочку. Сейчас будет. Так, давайте берем бочечку и запихиваем в эту индейку. Чем рыба тебе не нравится, что ли? Рыба и отполируем, не? Во. И еще одна рыбка. Все. Готова ваша индейка. Давайте. Ой, прям в меня шмальнули. Король еще доедает. Ой, ты что, не доел? Тебе не понравилось, что ли? Блин, а мы старались вообще. Вы что на меня блюете? О. Кстати, звук идет. Время остановлено. Ладно, я пошел. Знаете, вон топор. Или что это? Понятно. Я пошел. Я уже в другое место. Другая музыка. Прости, Дедушка Мороз. Пиу. Норм. Ой, дедушка, ты чё под потолком делаешь? Дедуля, большой праздник, слезай оттуда. Нет, он сейчас упадет, я тебя поймаю. Ладно, Айсенград какой-то. Так. Так, а где у нас эти горки ледяные? Так, я здесь уже тоже на этой карте козлов пооткрывал. О, привет, братан, как жизнь? Пиу.
Чем занимаешься? Понятно все с тобой. Так. И идем дальше. Во, вот эта штука. Погнали к брюзге. Кстати, вот этот вот чувак похож на... я не помню, на Гэ как-то звали чувака, который пытался нарушить Новый год или что-то в этом духе. Напишите в комментариях, если знаете его название. Мы его в инвентарь положили. Вот, ты чё? Ты каким образом? Ладно, погнали. Мы вместе с ним будем выполнять квест. Если он нам его придумал, то мы с ним пойдем его выполнять. Погнали! У-ху! Уй! Нормально! Нормально нам живется так. Я повелитель времени. Хоть в какой-то игре могу таким стать повелителем. Что это там? О-о-о. Смотри, как я умею. Пиу! И все, и тебя нет. А, мы забыли. Мы же выполнять квест хотели. Так, где у нас там дедушка большой праздник? Или как там его? Фиг с ним. Главное сломать ему дымоход. Кто бы он там ни был. Это самое главное. Так, вот нам тут позаботились о нас, сделали дорожнику. Пиу! Давай, ломайся, что ты там? О! О! А раньше здесь оставался кусочек в старых версиях. У меня есть вторая версия этой игры, так что я вам покажу, как это выглядело. Это не факт. О, все уже разбежались тут. Проблевались и пошли. Так, ну что там? Пиу! Здравствуйте, дымоход! Так, ну что, думать, я допрыгну? Оп! Допрыгнул. А туда допрыгнул? Оп! О, ты просто попрыгунчик какой-то, не козёл. Я с Зоей проходим. А, что это было? Здравствуйте, дымоход. Ова. Идем дальше. А туда. Еще туда. Вот сюда я уже не допрыгну. Так, я видел тут трамплин. Да, вот он. Ну или что это такое? Так. Нам эти лестники не нужны, хотя вот это воспользуемся. Пиу! Оп! О, допрыгнул! Даже перепрыгнул. Так, ну что, пойдем. Запрыгивать еще раз. Оп! О! Так, куда нам надо было? Куда нам? Ой, нам туда, что ли? Окей. Оп, оп. Недолет. Ничего себе, дьявольский голос. Ладно. Привет, как жизнь? Пиу. Смотри, какой эффект появился. Пиу. Свинка, нет. Она дэнсит. Вот эти... О, можно символы почитать. Все быстро. Так, ладно. Уи! Так, ну сейчас-то я допрыгну. Эх! Ой. Ла! Что происходит-то? А куда нам вообще?
Оп, козел паркурщик в действии. А, нам сюда. Так, ну, к счастью, мы с собой этого брюзгу взяли, так что нам к нему идти не надо. Ты куда, братан? Ты куда? Ты куда? Куда ты собрался? Ты тебя отпускал, что ли, а? Посмотри на его морду. Нате. Как поживаешь? Ему норм. Так, ладно, мне пора делать великие дела. Пиу! Не бойся, пока я не нажму на кнопочку пол, с тобой ничего не произойдет. Дай подзатыльник. И тебе. Можем идти. А, нет, подожди. Вот теперь можно идти. Так веселиться можно долго. Что тут у тебя за трагедия? Пау! Ох, ты ж не улетел. А давай я тебя окуну, братан, знаешь? Освежись. Нет, ты что там плачешь? Не плачь. Братан, я тебя вытащу. Давай, вылезай, вылезай. Отогреть тебя надо. Все понятно. Сейчас мы тебя освободим, малыш. Ух ты, как красиво. Пиу. А где то ведро? Вы не видели летающего ведра, случайно? Нет? Не замечали летающих ведер, случайно? О. Куда он делся? Ладно. Мне бы самому окунуться не помешало. Повелитель льда. Ага, статую какого-то мужика, значит, делаешь. Окей. А ты смотри. Барам-бумс. Ну ладно, я пошел. Че ты развалился-то? Давай новую делай. Ух ты, как покатился. О, привет, братан. Ладно, с временем мы повеселились. Пора полетать. Что-то не особо прикольно. Нужно найти подходящее местечко для полета. Вот тут неплохое. Надо кликать. Я уже не помню. Привет, братан. Чем занимаешься? Говорят, ты тут заскучал. Эм.